мой дедушка родной, киевлянин коренной, чуть однажды не сошел с ума. Слух по Киеву прошел, что должны снести подол и построить новые дома. Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Ой, вей! Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. И в Одессе, и в Москве, и в таежном городке, где ты ни был, ни был таки, ни шел. Пусть ты Киева не знал, но уверен, что слыхал, оп, со смыком песню про подол. А без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. А Верхний вал и Нижний вал сам Хмельницкий там бывал и водил поить своего коня. А там, где пил вот этот конь, там шастроют Абалон по проекту завтрашнего дня. Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Бесидер! Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. И никогда ты не сможешь помолиться Богу. Но маланский наш народ, если ищет, то найдет, только на Подоле синагогу. Ведь без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Эйфа, эйфа! Кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. А с Подола к Деремон переехал весь бомон, Минское шоссе и Матерли. Ой, не говори! Хоть в квартирах там паркет и клопов по мини нет, подоляне все ж возмущены. Ведь без Подола Киев невозможен, святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Тодор Роба! Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Древний киевский престол звал Петра к себе за стол, но к боярам Пётр таки не пошел. Поклонился он отцам и бардам, таки дворцам, домик на Подоле предпочел. А без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Садил петлю русский патруль, рассердясь на бабушку мою. Но мой деда Кавартос, он поставил пулемет. Ай, легкий пулеметчик из Обезон Фадешиксис, тоже мне пулемет. И теперь петлю рамцы в аду. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста.
Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места.